Здорово, ребята, мы продолжаем играть в Звездные войны рыцари Старой Республики, первая часть. Ты мину мы не будем уже трогать. Так, в прошлой серии мы закончили на... Опа. Мы закончили на том, что... Собственно... Нам предлагали изуродовать эту планету, убив всех так. И чтобы вымерли все хищники, и чтобы эту планету могли доить спокойно корпорация Черка. Вместо этого мы их обманули. Отключили всякие разные... О! Силовой щит. Вот этот силовой щит нам поможет отключить Джоли. Поможет отключить силовой щит нам Джоли. Анджелина Джоли. Усатая и лысая. И седая, и старая. Почему он нам поможет отключить? Потому что мы помогли из корпорации Черка. Вот. Теперь отправляемся к нему, к ней, точнее, к Джоли. Так, почему я так медленно двигаюсь? Алло? Оп-оп-оп. Вот это уже другое дело. Немножко ускорились. Как под спидами какими-то. Хотели бы вы какую-нибудь способность себе джедайскую иметь? Типа, знаете, там, рукой двинул и хоп, как будто ширанулся, ширнулся. И как бы шанс занести инфекцию ноль. Становитесь джедаями, елки зеленые, елы-палы. Стали бы джедаями, могли бы ширяться наркотой без риска подхватить там спид или ВИЧ или вообще что-нибудь еще. Тах, чах, хач, ёпта. Туалет меня. Джоли, ты мой мореночек. Я сделал так. Убивать их не было никакого смысла. Ты говорил о браконьерах, мне нужно пройти через поле отражателей. Да-да, на восточной стороне лагеря браконьеров я видел, как ее устанавливали. Это очень эффективный барьер. К нам присоединится Джоли. Так, ну и, конечно же, вот этого чувака. Все, Джоли. Анджелина, ёпта. На 10 почти уровень, на 9 уровней мы его подняли. Парень, ты что такой сиплый-то? Оп. Так, надо лекануться. Давайте, может, ему дадим нормальное ружье. Так, что у нас есть? У нас, на самом деле, ничего особенного нет. Давай мы тебе дадим, наверное, два световых меча, правильно? Есть у нас еще один зеленый. У нас есть красный. У нас есть какое сочетание. Офигенное сочетание. Браны! А где меч? У этого чувака. О, короткий тебе. Нет, чувак, мы тебе дадим красный. Во. Нормально выглядит. Я бы даже сказал, сногсшибательно. Но я так не скажу, потому что на самом деле говнисто. Так, булыжничек мы уже обшмонали в самом начале, в середине предыдущей серии, по-моему. Сейчас мы двигаемся к полю. Двигаемся мы медленно, опять же. Немножко ускорились, спидов мы наелись. Что будет на следующей локации? Я уже не помню, если честно, что будет на следующей локации. Это будет для нас сюрпризом. Если вы заметили, то на каждой планете у нас в самом-самом конце нашего путешествия, перед тем, как взять звездную карту, нам нужно либо уничтожить, либо освободить, либо вылечить, либо что-то еще. В общем, сделать каким-нибудь чудищем с этим. Правильно? На Татуине у нас не было выбора, мы его загасили. На Манаяне была рыба, мы ее как бы вроде как отпустили. Зачем понадобилось размещать здесь эту штуку? Есть и другие, каждый из них блокирует одинаковые точки на определенных маршрутах. Это все очень хорошо просчитано, очень точно. Все было бы очень эффективно, если бы не было рассчитано на ходячих существ. Разведчики не имеют проблем с ними. С этой дрянью. Как угодно, только выключи его. Очень хорошо, почему Черку установили здесь. Просто выключи, я позабочусь об остальном. Я думаю, что нас здесь ожидает несколько удивительнейших сюрпризов. Из двух вероломных ситхов Риван был сильнее. Малак с неохотой принял темную сторону, я так понимаю, да? Джоли Бонда помог вам пройти через поле. Хорошо, помог так помог, это ж хорошо, это ж хорошо. Так, я не знаю, что-то подлагивает, ну, надеюсь, что это подлагивание пропадет. Так, смотрите, что там происходит. Мандалорианцы, вуки, балдеть. И 17 фпс, 18, 20, 19, 22, нормально. Перевод. Нормально. Оглуши. Минус один. Минус два.
Все вывели из строя, теперь их можно спокойненько загасить. Почему подлагивает? Хрен его знает, ребята, не знаю. Можешь сделать перекурчик, скажем так, хоть я не курю. Но сделать перерывчик, компьютер немножко передохнет, и я продолжу серию записывать, наверное, я так и сделаю. На 2 минуты отлучусь, водички попью, перекушу. Наверное, я так и сделаю. Сейчас мы только поговорим с этой чучундрой. Не, сразу, потому что я не могу так. Ну вот и все, передохнул немножко компьютер, и 24 FPS показывает. Наверное, по всей видимости, это только начинает работать наш любимый вентилятор. Великий бег, а пусть этот чужак не будет роботорговцем. Короче, умоляю тебя. Почему я должен помочь тебе? Что-то произошло, пожалуйста, не нужно лечение, умираю, у меня есть средства вылечить тебя, вот. Весьма благодарна с твоей стороны, даже немного слишком благодарна, как по мне. Благодарна. Я благодарю тебя, чувак. Мой охотничий отряд был бесчестно истреблен, я чудом выжил. Что ты можешь рассказать о нападающих? Никогда раньше не видел таких. Это мандалорианцы. Наверное, браконьеры. Они используют устройство для маскировки. Для того, чтобы подкрасться к жертве, они были первыми, кто убежал, когда война вернулась против моих людей. Так, они долго шли за нами. Мы нашли тела на юго-западе, затем южнее, южнее. И в итоге на юг мы, короче, пришли. Не займусь этим, братан. Получены очки светлой стороны. Короче, мандалорианцы, мандалорианские ручонки пробрались, собственно говоря, уже и на Кошиик. И на Кошиике, собственно, творят свои мандалорианские вонючие делишки. Для того, чтобы прекратить этот беспредел, мы возьмем своих 2 офигенных лазерных меча. И, собственно, закончим беспредел. Как вы считаете, ребят? Мы это сделаем? Я уверен, что мы вообще молодцы. Так, что тут? О-о-о! Знакомая старая шкварка. Шквала. Мастер шквала, сейчас мы на нее напустим. Ой, блин, я опять неизлечимо болен. Нам достаточно только махнуть рукой, и все будет хорошо. Еще раз. Оп, оп. Я думаю, какой-то шум на заднем фоне, не обращайте внимания. На тебя, мастер шквала, под дых. Ох-ох. Ладно. Обшманивать их тела я не вижу никакого смысла. Сюда заходить тоже не вижу никакого смысла, блин. А туда? А туда-то, собственно, нам и нужно, да? Нет. Здесь мы сделаем кругаля. А, нет, смотрите. Дорога-то разветвляется. Блин. Так, туда нам не нужно, запомнили. Ритуалист, анонист. Анонист, ритуалист. Оп. Тут древние символы. Здесь приходит, когда при... Зверь приходит, когда призван, если ты щедр. Он приходит на бой, если ты достоин и мудр. Он прославит тебя, если ты бесстрашен и храбр. Накорми зверя, он услышит твой зов. Вытащи гадюк из их гнезда и повесь их выше. Пусть земля наших предков услышит запах крови. Очевидно, что когда-то это было место великой ритуальной важности. Это лоза кши поднимается, непонятно почему она с такого места. Земля под ней пропитана старой кровью. Должно быть, у нее множество вешали свежей туши убитых зверей. Уйти. Короче, нам на эту лозу куда-то надо что-то повесить. Что именно, я уже не помню. Может, так? Оп, оп, оп. Оп, чик. Парень, не убегай. Короче, на... Блин, на свисающую лозу надо что-то повесить. Странно, что нам ничего пока на нее повесить. Ладно, хер с ним. Найдем, что повесить. Скорее всего, нам нужно мозги вот этой вот трехногой собаки повесить. Кстати, между прочим, вот, может... О, точно, точно, сейчас мы... Вот она и осталась одна. Останки, сука. Сейчас мы возьмем эти останки. Тело. Смело. Обалдело. Оголтело. Наверное, надо будет уничтожить зверя. Или что сделать с ним? Уничтожить или что? Как ты думаешь, чувак? Я думаю, что нужно уничтожить. А что еще делать, блин, со зверем? Правильно? Сейчас мы подвесим зверю эту штуку. О, свисающую лозу.
Сознание легко закрепилось в лозе, которая почти не прогибается под его весом. Вдалеке послышалась херня. Вот он, парень идет. Ха! Так, что-то он сзади как-то. Я думал, он спереди будет. Пробуем оглушить. Так, потерянные руки. Вы нашли труп пропавшего хирурга. Панель данных имел дело. Не то. Он как скрытые охотники. Охотничья группа. Шик. Начальник Джоли Бинда. Угу. Браконьеров изгнали. Просьба Джоли. Я не понимаю, что это за херня. О, отлично. Ритуальное животное сейчас мы завалим. Нормально. Не, оно на самом деле тухловато бьет. Слушай, на то пошло. Он тухловато бьет, но оно... далеко откидывает. Не, оно вообще говно. Смотря в тело великого чудища, ты найдешь меч, вросший в кожу. Казалось бы, что эта рана болезненна, но меч только поверхностью ранил существо. Это знает, сколько оно жило с этой раной, кто знает. Ты должен вынуть меч из тела избранным. Его недостатком является отсутствие рукояти. Очевидно, что меч поломался, когда он поразил чудовище. Что за херня? Вы вернули весьма декоративно выглядящий меч. Это было очень важно для Вуки. А-а-а, все ясно. Что там за меч-то хоть? Длинный меч. Какой меч? Где он? Я не могу найти его. Может быть, он где-нибудь внизу? А, во. Вот он, клинок этот. Все, отлично, мы нашли меч крутой. Что-то еще есть. Браслет Сарейша. Журнал Гунхана. А что за журнал? Что там в журнале Гунхана? Журнал Гунхана. Это данные представляют Терентатеком на кошельке были восстановлены. Кажется, есть личный журнал Гунхан Сареша. Заряжит он. Последняя надпись объясняет, что он делал на кошельке. Дуран и Шаэла признались в чувствах друг друга и обречены на попадание на темную сторону. Я пробовал уберечь их от выражения любви, но они вызвали меня, назвали меня воскоберным, обвинили меня в отходе к темному пути. Я оставил дураков на Карибане. Но я не собираюсь отказываться от данного мне советом джедаев задания. Я буду уничтожать терентатеков везде, где я найду их. Я слышал о том, что такое чудовище может быть существовать в темной долине на кошельке. Я туда отправлюсь, убью чудовище и докажу, что не нуждаюсь в Дуране и Шаэле для нанесения поражения этим станем. Слушайте, что ты мне подсказываешь? Нам нужно будет вернуться на Карибан, на Карибане завершить какой-то квест. Потому что я помню, что там были и вот эти вот две... шкуры, которые, блин, любили друг друга, и что-то я с ними не закончил, по-моему, ребята. Если я не прав, то поправьте меня, пожалуйста. Если не нужно возвращаться на Карибан, вы напишите мне, что не нужно возвращаться на Карибан, я не буду. Честно, мне неохота, но если вам интересно реально посмотреть, что же там будет, блин, то я обязательно вернусь. Фрейер. Счет крысы черка, бла-бла-бла, после этих... Угу, было бы сложно. Парень, не надо убивать нас. Мы молодцы, мы хорошие ребята. Мы его немножко погасим. И он поймет, что мы хорошие. Я вам отвечаю. Хорош гасить нас, ты баран. Мы нормальные парни, мы на твоей стороне. Я побежден, вот моя голова, мразь черка. Я здесь не для того, чтобы тебя убивать. Послушай нас. Миф чужаков заражены ложью. Ты не убедишь меня в противоположном? Ты знаешь Жалбара и Чундара? Что? Это мои сыновья. Почему ты назвал их имена? Скажи мне. Меня зовут Евгеш, я пришел на кошельк с Жалбаром. К моему стыду Жалбар был изгнан и порабощен. Ты, кажется, считаешь себя хозяином моего сына, чужак? Нет, он со мной, потому что я обязан, он обязан мне жизнью, да? Значит, он увидел в тебе нечто достойное. Я слушаю с осторожностью, доверчивость мне вредила в прошлом. Я увидел, бла-бла-бла. Я не поверил тому, что говорил Салбар, я поверил старшему сыну. Хочешь, что... подробнее, что случилось с Залбаром? Бла-бла-бла, я не хочу этого знать. Залбар был изгнан, когда ты узнаешь... назад. Почему Чундар хочет, чтобы ты умер? Но если Залбар вернулся, то, возможно, Чундар забеспокоился, боясь, что народ поймет, что все не так, как кажется. Я думаю, что Чундару пришла хана.
Ну и что случится? Все зависит от тебя, Евгений, что ты убьешь меня или решишь, что я могу вернуться по лестнице своему народу. Каждый на своей стороне. Он сплел прочную паутину лжи. Ну, залб... Чё он дар такой? Где я могу найти его? Кого? А, так я нашел его. Чё ты паришься? На самом деле я его уже нашел. Не знал, что это такое. Неужели, прошу показать, мне нужно удостовериться. Вот, возьми. Это она. Возможно, по виду этого и не скажешь. Но это очень важная реликвия моего народа. Традиция требует уважения к ней. Ты отнеси ее, говорит. Нам надо быть осторожными. Когда прибудете, встретите Чундаром, в тронном зале мой народ навсегда избавится от рабства. Что-то мы сделали, я не понял что, но мы избавили народ от рабства. Мы молодцы. Вот нам сюда, вот надо. Блин, очень хочется за эту серию пройти кошик. Конечно, понимаю, что это все быстро и, возможно, даже во вред, скажем так, просмотру идет. Но, честное слово, очень уже, ну, эта игрушка затянула. Я так долго, ну, особо не люблю проходить игры. Да никто, не думаю, не любит проходить игры, которые повторяются. Потому что тут, да, в этой игре все циклично. Каждая планета, ну, практически по своему прохождению напоминает предыдущую. Минут 10 хватает того, чтобы разобраться, что на планете интересного, что неинтересного и так далее. И все. Господи, сколько тут тараканов. Где моя мега-молния, Пикачу? Время-то идет. Ребята, выпуск скоро пора заканчивать. Хорошо, что у меня есть мега-чувак, который, кстати, заболел чуть-чуть. Ну, у меня есть мега-лечилка, которая во второй части, между прочим, имеет третий уровень. И это очень неплохо. Обидно, что в этой игре есть последний уровень. То есть до определенного уровня, по-моему, до 30-го. Может, это 20-го, если честно, я не помню. Блин, это вообще печально, если до 20-го. Короче, 20 уровень и все. Конец. И обалдеть. И все остальные силы и умения можешь попрощаться с ними. Если ты их не качал, значит, ты их не качал. Гоночник, кажется, еще теплый на ощупь. На нем есть сигнальное устройство, однако на нем нет данных для передачи. Все нормально? О. Гоночная карта имеет признаки недавнего использования. Нет сигнального устройства. Один из мандалорианов забрал его, чтобы снять данные. Давайте посмотрим, что за он. Я думаю, все у нас впереди. Да, ребята, все у нас впереди. Не стыдите. Не хикайте, как говорится. Где звездная карта-то? А, вон звездная карта. А здесь у нас что? А здесь у нас большое ничего. Ну все, идем тогда к звездной карте. Вот он, чувак. Взорвалась мина. Но мы нормальные парни. Компьютер. Нужно формы жизни определение параметра. Начало нейтрального анализа. Ну и штуковина, глупая машина. Несомненно, не есть интересующие меня данные. Но вот как заставить ее работать? Первичный нейтральный анализ завершен. Предварительное сходство обнаружено. Совпадение найдено. Что за отказное совпадение? Запуск общественной информации. Реван, дальнейшее тестирование не требуется. Ну, это я, Реван. Согласно программе, я проведу краткий инструктаж. Вы, Владыка Реван, я ожидаю вашего запроса для начала перевода звездной карты. И как же мне... Вдруг обознул Криван, мне нужна звездная карта. О, бля. Этот отряд уже... Подушечка, это... Удобнее было сидеть. Начинается активация звездной карты. Параметры сброшены. Инициализация статического функционирования. Завершение работы. Все, так быстро? Мать твою за ногу. Я-то думал, что тут какая-то херня будет. Быстро так. Получены данные, опыта 2800, получены предметы. Ну-ну, звездная карта, это древний артефакт темной силы. Не могу сказать, что я впечатлен, я всегда знал, что есть что-то интересное. Ну, интересно, действительно. Вот, вся полностью... Карта готова. Вот она. Звездная кузница. Где-то там. Вокруг какой-то планеты она. Это ее, я так понимаю, этот... Как это называется? Траектория полета. Все, ребята. Мы
Вождь потребности. Совершенный квест. Звездная карта кошельки. Ты получил эту карту из древнего компьютера кошельки. Древний компьютер, ты все, да? Древний компьютер, все. Вернуться отсюда мы в Черный Ястреб сразу не можем. Ну ладно, давайте тогда пешочком прогуляемся, в принципе, что нам остается еще. Так, только нам надо пробежаться пешочком, а не прогуляться. Пока мы идем, я вам расскажу что-нибудь. О чем рассказать? Мы наконец-то собрали все звездные карты. Я аж немножко вспотел. За две серии, как я и предполагал. В этой серии я вот до конца буду добивать эту серию, чтобы улететь нахер с Кашиика куда-нибудь на другую планету. И на другой планете уже вот так вот сказать, типа, о, молодцы. А это кто? Нашел их, ты убил? Нет, чувак. Бля, мы еще не всех мандалорианцев убили. А где они, суки? Я не знаю, где они. Давайте искать. Блин, вот беда. Придется, наверное... Офигеть, сколько их тут много. Мандалорианцев-то всех придется завалить. Ой, как много этих тварей. Я аж заглючил немножко компьютер. И там еще... Все будет хорошо, ребята. Не переживайте. Я думаю, что мы всех убьем. Лечись, лечись, парень, лечи, 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 чувак, лечи. Чувиха, точнее. Мне еще лысый черт этот помогает немножко. Нормально, мы выберемся из этой передряги, я уверен. Потому что мы, ребята, еще те молодцы. Молодцы. И все такое. Так, отлично, мы уже почти всех докромсали. Чувак там дает. Какая тебе лечилка? О, так лечилка у него еще нормальная. Что там у нас по количеству силы, кстати говоря, у него? А у него... Жопа, какая разница? У меня там болезнь. Болезнь номер раз. Да пошел ты в жопу. Я так полагаю, нам... Чик. Туда. Нет. Туда. Это вроде нет. И вроде не туда. Так, ну туда не надо. Компьютер. Гоночные карты. Давайте заглянем еще раз в гоночные карты. Кстати, между прочим, сюда можно пройти. Давайте еще раз заглянем в гоночные карты. Потому что мне интуиция подсказывает, что там сейчас что-то появится. Обычно так и происходит на самом деле. Ничего, ничего, потом бац, что-то. Сейчас мы в гоночные карты еще заглянем. И, возможно, что-нибудь там почерпим. Почерпаем что-то для себя. Блин, очень полезно старичка этого иметь. Он лечит, когда надо. Это очень круто. Я, наверное, его оборудую и с крутыми мечами. Будет у нас джедай. Так, что у нас здесь? Ничего. А если мы сюда зайдем? Ничего не произойдет. Я так и думал. Гоночные карты. Мать их за ногу. Кандерус, ты чё там сбыл? Сбыл ты там товар какой-то, сбыл, скорее всего. Оп, все, теперь мы вылечились, у нас до этого были зелененькие жизненькие. Теперь они стали красненькие жизненькие. Так, карты, карты, карты. А, не тот бугор, прошу прощения. Ну что? Теплый, говорит, на ощупь он. Как писюн. Тоже теплый на ощупь. Ничего не делать. Беда. Что делать, я не знаю, ребята. Боюсь, что я мандалорианцев просто-напросто не найду. Потому что, ну, серьезно, ну где их искать-то?
Вуки вот тут мертвые. Может, что тут? Ну тут тупик. Пик-пик, тупик. По идее, они где-то здесь должны быть. Но их тут, блин, нет. Мандалорианцы-то этих вонючих. Беда. Ой. Как говорится, и бог с ним. Нет, так нет. Может, может назад отойдем, может они сзади где-нибудь. Честно сказать. Он же сказал, что они используют поле невидимости. Что-то до вступления. Только золото, что ранее. Что он делает-то? А, мудрость плюс 5. Ну, мудрость-то круто. А, вот. О. Может, теперь мы сможем увидеть, как я выгляжу, кстати. Нормально. Может, теперь я смогу увидеть? Вот я как бы иду по следам умерших Вуки. В этом самом... С датчиком обнаружения движения на голове. И может, теперь я их обнаружу? Эй, уроды. Тах. Тах мне в пах. Да используй ты силу, Люк Скайуокер, ёпт. Сейчас я приду к этому компьютеру и нифига не найду. Нифига не нашел. Так и думал. Беда, вот беда, вот беда, вот беда. О, время-то идет, ребята, нам надо заканчивать уже. Наверное, мы в этой серии мы на другую планету не полетим. Но самое главное, что мы уже закончили на Кашиике. Они используют какую-то херню для невидимости. Найти я их не смогу. Я могу только мудрым стать резко. Господи, что у меня? Браслет на голове. Может, я реально какое-то тело не обыскал. Рядом с этим чуваком. Блин, чувак, ты что тут бегаешь? Один без всякой защиты. Чувак, без защиты сейчас очень сложно. Не, чувак, я, блин, не нашел. Извини. Давайте вернемся в деревню. Или просто на другую локацию перейдем. Может, на другой локации они и будут. Вот это, кстати, будет прикольно. Какого хрена называется? Откуда они там могут быть, если они только на известной нам локации должны быть, по идее. Очень длинная серия получается. Очень длинная, просто капец. Ну и ладно. Что ладно, прохладно, надо заканчивать. Ладно, ребят, спасибо, что посмотрели. Меня зовут Евгений, это канал Юджин Студия. Подписывайтесь, ставьте лайк под видео, вступайте в группу и будьте счастливы. Всем пока.